Алексей Рыбников. Песня из фильма «Красная шапочка». Песня очень известная. Подпевать не возбраняется вообще вот ни разу. Дождик и снег, ни пасмурного ветра, в полночный безоблачный час распахивает небо, сверкающее небо для зорких и радостных глаз. Сокровища вселенной мерцают, словно дышат, звенит потихоньку зенит. Но есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда звездою говорит. Здравствуй, здравствуй, сияешь, сияю, который час? 12 примерно. Там на земле в этот час лучше всего видно нас, как же дети. Дети спят, наверное. Как хорошо от души спят по ночам малыши. Весело спят, кто в люльке, кто в коляске. Пусть им приснится во сне, как на луне, на луне. Луна-медведь вслух читает сказки. Один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нет. И это действительно так. Смотрите в телескопы и тоже открывайте иные миры и края. Но только надо, чтобы хорошая погода была на планете Земля. Там высоко, высоко кто-то пролил молоко, и получилась Млечная дорога. А вдоль по ней, между жемчужных полей, месяц плывет, как белая пирога. А на луне, на голубом валуне, лунные пути смотрят, глаз не сводят. Как над луной, над луной, шар голубой, шар земной, очень красиво всходит и заходит. Спасибо большое. Спасибо.